Здравствуйте, уважаемые любители гармоники! Я рад вас приветствовать вновь. Магазин «Тульские гармонии» от Павла Уханова представляет новую, очередную, красную, классную, замечательную гармошечку. Модель заказная, тональность ля мажор. Посмотрите, какая красивая инкрустация, какие перламутровые кнопочки и какое звучание. Итак, гармонь заказная – это наш люксовый музыкальный инструмент. У нее всегда очень богатая комплектация. Самая навороченная, совершенная правая механика, самая совершенная левая механика. Точно такая же стоит у гармонии многотембровой, в суперпрофессиональном инструменте. Есть и отдушник, и регулировка левого ремня, и увеличенный мех на 21 барину с итальянским лидерином, мельхиоровыми уголками. Внутри деревянные резонаторы с голосами ручной наклепки, четырехголосная правая, шестиголосный бас, кстати, восьмибаска, то есть не только ноточка фа, но и фа диез. Чтобы играть в двух тональностях. И вторая. Если уже хотите приобрести гармошечку, звоните по телефону, который вы видите на экране. К нему подключен Viber, WhatsApp, Telegram. Пишите. Пишите также через социальные сети. Ссылочки в описании к данному обзору. Яркий, классный инструмент в таком сочном красном цвете. Прям как мои штиблеты. Кстати, Владик, я вспомнил, есть такая песня. Штиблеты и сапожки. Подружки. О, как раз гармошки. Под бересту и ложки, ну береста нам не нужна. Короче, кадриль моя. Если вы хотите играть на таком замечательном инструменте, играть много песен, то, разумеется, звоните по телефону, который вы видите на экране. Гармошечка продается, новая, с гарантией. А также звоните, если хотите лучше научиться играть на гармонике. Ведь есть замечательная видеошкола от меня, Павла Уханова. Есть песенники-гармонисты, где 100 самых популярных песен. Ну, если вы их все освоите, вы будете самым крутым гармонистом у себя в городе, в селе или там, где вы живете там. Да может даже во всей России. Да, да. Потому что я уверен, не каждый гармонист знает прям уж 100 песен, да? Вот ты сколько знаешь? Ну, 2 точно. Что? 2 точно. 2 точно. Друзья, хочу также вас пригласить на замечательный конкурс гармонистов. Называется он «Лучший гармонист России». Он пройдет с 12 по 14 ноября в Российской академии музыки имени Гнесиных. Приходите, участвуйте. Ссылочка в описании на данное мероприятие. Там найдете положение, можете отправить нам заявочку и, возможно, стать лучшим гармонистом и получить фирменный спецприз от фабрики «Тульская гармонь». А если вы по каким-то причинам не хотите принимать участие в конкурсе, может быть, стесняетесь или хотите еще позаниматься и в следующем году принять участие, приходите на гала-концерт, ведь лучшие ведущие гармонисты России будут
выступать, радовать вас, а также чествовать Евгения Петровича Дербенко, потому что в этом году у него юбилей, 75 лет. Он написал огромное количество потрясающей музыки для гармоники. Он будет лично на этом мероприятии. И не только мы будем его музыкально поздравлять на этой знаковой сцене, но и вы можете его поздравить букетиком, конфеточками и, самое главное, словами благодарности за то, что русская гармонь живет, в том числе благодаря его музыке. С вами был Павел Уханов. Не забывайте подписываться на все наши социальные сети, ссылочки в описании. Желаю вам всего самого наилучшего. Ну и приходите к нам не только на страничку ВКонтакте, в Одноклассники и так далее, но и в магазин. Звоните по телефону, записывайтесь. Примем по высшему разряду. Что ты? А сейчас мы поедем в Москву. Мы повезем вот эти вот гармошечки в Москву. 31 штука. Да, 31 штука. И выложим в каталог, в который вы можете перейти и узнать цену на этот инструмент. Ссылка в описании, либо в закрепленном комментарии. Павел Владимирович устал. Вот, ему еще ехать на машине 3 часа. Вот. Ну, а вам перейти в каталог всего лишь 2 секунды. Спустились, нажались, и все нормально. Все. Всем пока.